Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть черепашки-ниндзя-легенды. Так, забираем свою награду. И у нас достаточно денег для того, чтобы купить телепорты. Да, именно они-то нам и нужны. А зачем нам нужны телепорты, ребят, если мы ничего уже не фармим? Ну, ладно, пускай будут. На поиски они пойдут. На поиски. Там, правда, по одному телепорту тратится, но тем даже и лучше. На дольше нам их хватит. Че это такое? Че это? Куда-то меня перекинули, не знаю. Мне не нравится то, что я сейчас увидел. Пройдем серию испытаний. Давай, наверное, вот здесь вот пробежимся. Я возьму Лео. Ко всему прочему. Так, ну хотя пускай будет Майки. Да, в принципе, пускай будет Майки. Возьмем Рафаэля. Можно взять Бакстера и Маузеров. Почему, ребят? Потому что я сейчас намерен захилять их всех. Так как они немножко покоцаны, я думаю, ты заметил, да, это? Ну-ка, давай так сделаем. Бамс. Фигня какая-то получилась. А вот и отхил. То, что я хотел сделать. Угу. Шикарно. Так, ну что, у нас Зэк упал. Так у нас и Лео, в принципе, мог бы хильнуть. Че я тупанул? Да ладно, фиг знает. Может быть, у Лео не было бы отхила. А так все, топчик. Ох ты, какие тут стоят буржуи. Ну, давай попробуем лучом, наверное, бомбануть. А двоих высекли сразу же. Прекрасно. Просто, ребята, прекрасно все получилось. И мы продолжаем наш путь, нашу дорожку тернистую, так скажем. Ну, здесь все выполнили, так что забираем награду. И теперь нам надо идти куда? На поиски, ребят, конечно же, на поиски для Кунаичи. А вот она стоит. Так, для того, чтобы прокачать до 6-й ступени, блин, во-первых, там, по-моему, нужен будет 70-й уровень, если не ошибаюсь. Поэтому давай мы тогда сделаем вот так вот. 2 3D очка нам нужно. Попробуем сейчас найти. Ага, аж два раза нашел. Есть одни. Одни надыбали. Вот и вторые нашлись. Так, вторые нашлись. Получается, нам еще нужно 4 вот этих фонарика китайских найти. Так, один нашли. Ну и все, что ли, только один? Второй. Третий, ну последний давай. Все, 4 китайских фонарика мы нашли. Нам надо будет еще 8 пультов найти, но это фигня, ребят, это уже в следующей серии. Быстренько они находятся, так что никаких проблем не будет. Поднять уровень персонажа я смогу только лишь после того, как пройдем арену. В принципе, на арену-то мы сейчас с тобой и побежим. Также веду долгоиграющий, это нам не нужно все. Только арена, ребят. Лига самураев 3 звезды, но это постоянно. Вот как ты заходишь в игру, вот тебя в лигу самураев. Либо 3 звезды, либо 2 звезды. Ни больше, как говорится, ни меньше. Давай, наверное, надо взять такого персонажа, у которого есть массовая атака. Например, мотогенует. Такая. Удар по земле. Да, в принципе, сгодится. Просто здесь Кирби, видишь. Он сейчас будет хилять. Как назло. Но если мы заблокируем, конечно, ему способность, будет вообще круто. Нет. Ничего мы ему не заблокировали. Торнадо. Ух. Ух. Жарко было, но, тем не менее, вырубили. На, таким кулачищем по морде Рокстеди досталось. А он, знаешь, как надувной выглядит. То есть, прикинь, же у тебя кулак, да, ну, надувная перчатка, наполненная кислотой, в мордельник такой дать. Ну, главное, чтобы, тем более, носорогу. А если бы он продрявил бы эту перчатку? Все, мутагеноид бы вытек бы весь. Состоящий из жидкого мутагена. Так, ну что, я возьму, наверное, здесь Рафаэля. Раз, два, три, четыре. Ну, Рафаэль, да, массовая атака, ребята, именно бросание недовольных
эмоджиков, можно так это назвать, да, наверное. Так, лупанешь? Фиг ты там лупанул. Давай блокируй этим лечение. Так, вот она это, недовольные эмоджики. Жить, собрал в кучу. На! Слабо все равно, ребят. Можно дебаф, в принципе, на них еще повесить. Да, вообще круто. Меткость минус. Броня минус. Хил, даже не думай об этом. Даже не думай об этом, потому что у тебя все заблокировано. Никаких хилов у тебя быть не может. Такс, ладно. Дуня отдуплился. Что-то как-то... Блин, а кто уклонение повесил? Это, по-моему, это сделал... Подожди. Донателло разве? Оу, щит. Да хорош уже, заколебали, блин. Попал, неужели? Так, давай бафнемся тоже. Есть минус Дони. На тебе. Снято. Что ты там снимаешь, что у тебя ничего нету? Снимает он. Ох, царя небесного. Ну ладно, ребятушки, двигаемся дальше. Все великолепно получилось. Никто, слава богу, не упал, не погиб. В полном объеме награду. И мы уже вернулись с тобой в Лигу Сёгунов, что очень даже хорошо, ребят. Так, друзья мои, а где ваше поздравление, а? Где ваше поздравление с днем рождения, а? Мне сегодня стукнуло, да? Сколько, знаешь, нет? Сегодня мне стукнуло, ребята, 43 года. Вот так вот. Так что, если кто не знал, то знаете. Майский парень, да? Ну что, поехали. Здесь, наверное, мы сделаем вот так вот. Ну, Шредер, ну отвали ты. Ну что ты делаешь? Ну куда ты... Блин. Ать. Да ладно, он еще не пробил его. Красавчик, Раф. Ну, Кейси Джонс тут хоть, слава богу, не, как говорится, не свалился. Нормально пропечатал своей клюшкой. Древний, правда. Так, 74-я позиция. Ну давай, 15-20 уже. Я возьму, наверное, Макмана. Да-да-да-да-да. Я знаю, что ты сейчас запоешь. Зачем ты взял Макмана? Можно было бы своими силами. Ребята, а что мне потом? В конце бомбить всех супер-пупер отрядом? Когда я могу здесь вот так вот сделать. Разделить, грубо говоря, наших супер сильных бойцов между слабыми. И все. Как бы и мы проходим без затрат. Получим максимальное количество кубков. И все как бы... Все будут отыграты. Я считаю, что это будет правильное решение. И помимо этого еще скорость, ребята. Скорость прохождения этого испытания. Потому что можно затянуть, извини меня, на 30 минут. Ковырять их тут. А если, как многие еще просили, сделай рейд на первой скорости, ребят, на первой скорости. Вы видели, как это выглядит? Все на первой скорости, а? Да, конечно, видели. Это трындец, это можно будет... Одна серия бы длилась у нас минут 40-50. Они очень медленно там раскачиваются. Так, нет, подожди, какой 15-19? Хорош. Давай 15-20, я же видел, что 15-20, вот. Берем Бакстера. Раз, два, три, четыре. Ну что? Как-то так. Да маузеров тут за глаза и за уши им хватит. Даже не обязательно смертельную волну выставлять. Потому что я был уверен. Так сказать, в своей победе. Итак, пятая позиция. Ну давай возьмем Рафаэля и Донателло. Хотя зачем нам Рафаэль и Донателло, если мы... Донателло сам по себе может здесь отыграть роль. И Рафаэль тоже. Почему? Потому что сейчас он встанет в провокацию. И на каждый ответный удар будет бомбить. То есть практически даже, наверное, будет вырубать их. Сейчас проверим.
давай так еще сделаем. Ну, это понятно, этот, как всегда, уходит в темноту. А вот это неожиданно. Точнее, не то, что неожиданно, я просто забыл, что он так делает. Рафаэль просто красавчик, смотри, что делает. Просто одного за другим раскатал, и все. И никто здесь ничего даже сделать ему не смог. Блин, тот в темноте там сидит. Все, ему крышка. Да, что-то как-то... Ну, понимаешь, да? Потому что массовых атак нету. Нам пришлось разбирать их по одному, поэтому бой затянулся. Ну, давай, 15-20 возьмем. Вот Донателло мы теперь одного возьмем. Пускай он будет у нас... Раз, два, три, четыре. Будет у нас на фаворитах. Да, в принципе, должны раскатать-то. Дони, что ж ты делаешь-то? Я думал, ты более, как говорится, мощнее. Ну, бомбу, что ли, бросим тогда? Ты посмотри на этого Шреддера. Я уже за ним наблюдаю. Когда, думаю, упадет-то? Когда же он упадет? Нифига он не падает. Не хотел. Ни в какую. Какой-то он жук. А неправильно мне уже давать 16, там 21, например, нет? Вы так не считаете? Что-то все вокруг да около там тусуются. А повышения не дают никакого. Нате вам. Сразу двое полегло. Добьешь Рокул? Красавчик. Я думаю, что если вот этот скилл ему прокачать, последнюю, да, спецвозможность, он бы вообще топово рулил бы. Так, еще немножко, мы уже перейдем с тобой на лигу Сёгунов 3 звезды. Раз, два, три. На лигу Сёгунов 3 звезды. Будет круто. Вот сейчас посмотрим, у кого инициатива будет лучше. Прикинь, у Рафаэля вот у этого. Не у Микеланджело, а у Рафаэля. А раньше я считал, что вот у этого Майки инициатива самая крутая. Потом я считал... А, кстати, надо было, знаешь, с кем сравнить? С Зэком. Взять Зэка и взять Рафаэля. И посмотреть, у кого там будет инициатива сильнее. Угу, поехали в бой. 16-21. Ну, здесь Ваньку возьмем одного. Раз, два, три, четыре. А, мы уже сравнялись, кстати, с нашим противником. 60 уровень у нас пошли. Сейчас из базуки шваркну. Ага, шваркнул. Карайка ходит первым. Ну-ка, в ответочку. Все. Карайки, да, инициатива, ребят, хорошая. С этим не поспоришь. Ну, а мы уже в Лиге Сёгунов 3 звезды. И 97-я позиция у нас. Так, значит, берем Армагона. Раз, два, три, четыре. Как-то так. Ну и зашибись, что я могу сказать. Все даже... Очень круто. Ну, наверное, Лигу Мастеров все-таки не получится сегодня взять. Хотя, почему не получится? Вроде бойцы как бы есть еще. Нам нужно не так уж много поединков там выиграть. По-моему, 3 или 2. Ну, поехали. Что тут думать? Сразу нокаутируем всех. Замечательно. Просто найсово.
Так, с 79 места мы переходим на 59. Всего 20 ступенек, да, пролетаем? Так выходит. Возьму я Кренга. Раз, два, три, четыре. Ну да, тут остались остатки роскоши. То есть еще один. Или один или два поединка еще будет у нас. Так что... бомбим. Блин, надо было мне сегодня яйца, наверное, натворить на работу-то. Ёк-макрёк, забыл. Ну еще время есть, в принципе, часок. Я думаю, успею сейчас. Поиграю и пойду варить. Обожаю вареные яйца, ребят, но не люблю желток. Так, 16-22. Давай сделаем на тег. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять. Опять у нас, ребята, кто-то один остается не при делах. Но его можно, в принципе, попробовать отыграть одного. Получится ли? Стоп, давай так, наверное, кликом. Кабан. Живучий какой. Не хочет падать. Не хотел. Ну, мало ли, хотел, не хотел, но мы его раздавили. Блин, надо было мне взять сегодня отгул на свой праздник, да? Отдохнуть, как говорится, по-человечески. Так, ну что, у нас пум-пум-пум. Нам нужно 16-22. Это будет оптимально. Раз, два, три, четыре. Стоп. Стоп, вот так вот мы, наверное, сделаем. Раз, два, три. А Шреддер будет один, наверное, отыгрываться у нас. И я почему-то больше чем уверен, что он справится с поставленной задачей. Никаких проблем не должно возникнуть у нас. Он до 70 уровня, насколько мы помним, очень даже неплохо бомбит. А они пока еще 70 уровень не имеют здесь, так что... О, да, ребята, мы перешли с вами в Лигу... В Лигу Мастеров 3 звезды. Тьфу ты, в Лигу Мастеров 1 звезда. Что ты, Рэй, уже все. Язык заплетается. Но немножко обидно другое. Мы перешли, но мы с тобой не закрепились. У нас нет хотя бы там 50 ранга. А всего лишь 100 место. Но будет сейчас 98-е, 99-е. Куда ты хиляешься, а, Хламон? Ну вот куда ты хиляешься? Этот ребята, отдуплился, ему хил не помог. Да иди ты в пень. Даже не попал. На-ка, все, Лео. Да выпендривался. Да, ребят, по красоте мы сегодня поиграли. Мне понравилось, нам всегда нужно так вот продвигаться. Потихонечку, полигонечку. И будет у нас, как говорится, счастье. Так, друзья, у нас есть 300... Ребят, через 2 недели мы с вами переводим персонажа в следующий ранг. То есть в платиновый ранг. Так, сейчас мы прокачиваем... Подожди, кого мы там по уровню хотели? А, пиццелицы по уровню прокачиваются у нас, да? Угу. Все, забираем здесь награды. Вот как-то так, ребятушки. На этом я буду сегодня закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.